Добрый день, меня зовут Татьяна Белякова, и с вами вновь канал Европлант Лайф. Закончился чемпионат мира по футболу, и я искренне поздравляю нашу команду с выходом в четвертьфинал. Признаюсь, не удержалась и смотрела все игры нашей сборной, некоторые игры других команд и, конечно же, полуфинал и финал. Не знала, что это так захватывающе. А теперь пришла очередь и чемпионата России. В этот насыщенный и, не побоюсь этого слова, горячий период, как с точки зрения событий, так и погодных явлений, этот вопрос прямо-таки висит в воздухе. Что случилось с нашим газоном? Все вдруг заметили, что качество их лужайки перед домом не дотягивает до футбольного поля, на который могли бы выйти звезды Мундиаля. Ну что ж, давайте разбираться. Ваша лужайка потускнела, пожелтела, заросла сорняками, стала редкой, как говорит один мой хороший друг, травину за травиной бегает с дубиной? Или же вы устали подскальзываться на мхе? В покосе больше сорняков, чем травы? А это вечная фраза «У меня рулонный газон, с ним ничего делать не надо». Или же «У меня посевной, кто в природе поля поливает?» Я надеюсь, это видео вам поможет. Милые барышни, если ваши мужчины хоть раз жаловались вам на свои газоны, гоните их сюда, а у вас появилось время на себя любимую. Все знают, что за садом нужно ухаживать, но почему-то это правило не распространяется на газон. Хоть именно по состоянию газона можно судить о состоянии всего участка. Тусклая или редкая трава наверняка плохо цветут кустарники. Пожелтела, а вспомните, как много суши вы срезали из можжевельников. Мох или хвощ на газоне? А как там ваши розы? А пионы давно цвели полным кустом, да и смородина вряд ли выглядит вот так. Ну что, разбор полета. Первое. Нет газона, за которым не нужно было бы ухаживать. Даже искусственную траву нужно поливать, прочесать, засыпать песком весной, убрать с нее листву осенью, а в жару дождевать, чтобы не пылило. Второе. Только регулярные мероприятия дают стабильный результат. Нет ухода, нет газона. И для начала простые правила для достижения идеального результата. Косим, кормим, поливаем. Все. Это как рецепт классического газона. Овцы поле 300 лет. Косить нужно каждую неделю, даже если отросло полсантиметра. Можно и чаще, газон будет только гуще, а покос будет происходить значительно быстрее и легче. Кормить хотя бы каждый второй покос. Забудьте вы уже про фертику, это давно не кемира. На прилавках много хороших удобрений, да простят меня производители. Причем, если вы боитесь появления желтых пятен, ожогов от удобрений, вносите его по 2/3 от дозы. Или же по полдозы, но после каждого покоса. Сжечь таким образом у вас не получится, а газону очень понравится. И обязательно поливайте, особенно в такую жару. Не нужно заливать по полчаса-час ежевечерне, а вот по 7-10 минут 2 раза в день утром и вечером гораздо эффективнее. И не устраивается промывной режим или болото. Естественно, за многолетнюю практику накопились кое-какие секреты, и я с удовольствием ими поделюсь. Первое. Косим газонокосилками с травосборником. И если у вас не гольф-поле, а это разговор отдельный, то высота всего 3-5 сантиметров. Как определить? Очень просто. Поставили руку на газон. Если высота 3 пальца, можно не косить. Если 4, уже жизненно необходимо. Второе. Обязательно меняем направление покоса. А то трава, отрастая, сразу укладывается в нужную сторону, и газон становится как будто зебра. Третье. Также нужно каждый раз менять высоту покоса. 3, 4, 5, 3, 5, 4 и так далее. У травы есть память. И если вы посмотрите, то даже лебеда, которая стремится вырасти почти с меня ростом, умудряется цвести на уровне почвы, не говоря уже об одуванчиках и прочих сорняках. Смена высоты не дает им привыкнуть и зацвести ниже уровня покоса, а следовательно, на газоне остаются только самые живучие, а большинство уходит без химии и изнуряющей прополки. Четвертое. Запомните, на ухоженном газоне не заводятся грибы. Ржавчина – показатель голодного газона, а мучнистая роса процветает на том, который регулярно забывают покосить. А вот если на вашей лужайке поселились различные поганки, то вы наверняка кормите его органоминеральным удобрением. Все перечисленные выше проблемы можно протравить медным купоросом, хомом, другими противогрибковыми препаратами. Но для начала я бы перешла на полностью минеральное удобрение. Кстати, на регулярно кормленном газоне очень плохо себя чувствует клевер. Он предпочитает почву победнее, да и жиреющий и разрастающийся газон его просто вытеснит. Газонные травы – жуткие агрессоры, им бы только дать возможность. Пятое. Если после всех перечисленных агроприемов сорняки все еще попадаются, то по сытому газону можно смело пройтись лантрелом, а через 2 недели лентуром. И вуаля, сорняки приказали долго жить. Шестое. Остается только последний и самый живучий враг газона – мох. Как быть с ним, за что хвататься и куда бежать? Мох, как и хвощ, показатель закисления почвы, а значит, самая эффективная борьба с ним – это раскисление.
Первое и всем известно – это доломитовая или известняковая мука. Равномерно разбрасываем по всей площади газона, лучше осенью или весной, так как период ожидания более 2 недель. И дожди нам в помощь. Второе, хорошо действующее в летний период, это кальциевая селитра. Действие на мох однозначное. Внесли удобрение и через неделю вычесали сухой мох. Не забудем покормить оставшийся и явно позеленевший газон. Но мох – это не только показатель закисления почвы, но и ее уплотнение. Точно так же, как подорожник. Если 2 этих товарища поселились на вашей лужайке, значит почва переуплотненная. Что с этим можно сделать? Как что? Аэрация – это процедура многозадачная. Она улучшит рост травы без применения удобрений, устранит чрезмерное уплотнение почвы, затормозит образование войлока, слоя сухой травы. А на сырых участках поможет отводу лишней воды с поверхности почвы, повысит засухоустойчивость газона, а также даст возможность влаге и питательным веществам проникнуть к корням. Первый вариант подойдет тем, кто давно мечтал накачать ноги. Аэратор в виде специальной насадки на обувь надели и пошагали. Второй – механический, электрический или бензиновый аэратор. Разница в тягловой силе. Тащите сами или мотор. Прокатываясь, вал протыкает или прорезает почву для проникновения в нее большего количества кислорода, а также разрезает образовавшиеся кочки, что способствует еще большему разрастанию газона. А если ваш аэратор имеет сменный вал для вертикуляции либо скарификации, это вообще замечательно, так как сильно облегчит вашу работу по вычесыванию войлока из травы по весне, а также поможет в борьбе с умершим мхом после применения раскислителей. Так гораздо удобнее, чем граблями. И, кстати, бежать по собственному участку с газонокосилкой точно полезнее, чем по беговой дорожке под кондиционером в спортзале. Удачи! Я знаю, у вас точно все получится.